Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу арочная 3 шириной, 8 длиной на бетонном основании, в таком, сказать честно, не очень ровном. Будем пробовать как-то это сделать покрасивее. В центре будет у нас фермерская арка, для прочности будет две коньковые фрамуги на ручке. Пока приехали, разложились, приступаем к сборке. Каркас теплицы стоит, закрепили его к основанию. Выровняли максимально, постарались. Сейчас ставим отлив и начинаем крыть теплицу поликом. Сейчас монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу арочная 3 на 8. Пойдем смотреть. Цельные двери видим. По торцам резиновый торцевой уплотнитель. Рекламка обязательно. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Сам каркас сделан с профильной трубы 20 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Для большей жесткости добавлена в середину арка фермера, чтобы добавить жесткости теплицы на снеговую нагрузку. Также есть две коньковые фрамуги на ручном управлении. Стоит все на бетоне. Закреплено с помощью анкеров. Бетон слегка неровный, будет потом подливать, выравнивать. Вот так заливать бетонный фундамент не стоит. Нужно делать его ровнее. Есть диагональные усилители для большей жесткости конструкции. Вот такая отличная теплица. Длиннющий туннель такой. Для будущих огурцов и помидор у нас получился. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.